помощь. Именно это понятие объединяет всех социальных работников. Официально праздник отмечается 8 июня, начиная с 2000 года. В Большом зале городского дома культуры собрались специалисты, которые помогают в быту, а также поддерживают нуждающихся, которых немало. Это одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные матери, дети-сироты, люди, страдающие тяжелыми болезнями и многие другие. Со сцены в этот день прозвучало много добрых слов и поздравлений. Ваша профессия, конечно, вот на мой взгляд, это очень сложная работа, потому что вы там, где боль, где нужда, где немощь человеческая, вам безусловно трудно, вы ежедневно помогаете нуждающимся, вы поддерживаете людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, вы работаете с неблагополучными семьями, вы заботитесь о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. И я хочу с удовлетворением сказать и отметить, что вот Управление социальной защиты Лабинского района достойно справляется с этой задачей. Я хочу вам пожелать, лично каждому из вас, вот, сидящим в этом зале, чтобы вы сами никогда не столкнулись со слабостью, с одиночеством, с нуждой или болезнью. Я хочу пожелать, чтобы ваш труд, ваша работа многократно вернулась каждому из вас добром, благополучием и человеческим счастьем. Администрация и законодательное собрание Краснодарского края всегда уделяли большое внимание социальной защите населения. Только в этом году по государственной программе «Социальная защита населения» мы направили на эти цели 39,7 миллиарда рублей. Мы также понимаем, что только точечная поддержка, субсидированная поддержка этой категории жителей Кубани позволяет как-то профинансировать их. У нас более 100 видов помощи, которые действуют на территории Краснодарского края, и эти средства идут людям, которые имеют какие-то заболевания, одинокие. Содержание всех учреждений, которые входят в систему социальной защиты населения. Я хочу сказать, что действительно вы несете большой труд и, конечно же, в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации запланирована индексация вашей заработной платы. И я думаю, что это правильный шаг со стороны краевого бюджета, и мы это выполним. Я хотел пожелать вам оптимизма, крепкого самим здоровья, хорошего настроения, веры в будущее. По поручению депутата Управленного совета разрешите вас поприветствовать в этом зале ваш профессиональный праздник. Сегодня есть уникальная возможность и поздравить, и поблагодарить вас за вашу работу. Я, как сам бюджетный руководитель, понимаю, насколько важна ваша отрасль и сфера. Поверьте, вы делаете так много для наших жителей, что это обязательно оценивается. Ваша доброта, ваша чуткость, ваша отзывчивость, ваши душевные качества мы ценим и понимаем. Разрешите поздравить вас с вашим праздником, пожелать всего самого-самого доброго. Чтобы, я же понимаю, что вы все равно аккумулируете горе, беды своих пациентов в себе, чтобы вы это все пережили, чтобы вы справились с этим. Дай Бог вам всего здоровья, всего самого хорошего. Вы нам очень нужны. В этом году отмечается 25-летие со дня образования социальной службы в Лабинском районе. Своих коллег поздравил руководитель Управления социальной защиты населения в Лабинском районе Сергей Свеженец. Нам, наверное, с вами очень повезло в жизни, потому что мы с вами занимаемся таким благородным делом. И, видимо, по определению у нас могут работать только те, кто отдает для этого дела всю свою душу, все свое сердце. Поэтому сегодня мне бы очень хотелось всем вам сказать искренние слова благодарности за ваш труд, поздравить вас с нашим замечательным праздником, с нашим юбилеем, пожелать, чтобы в каждом доме был мир, счастье, пожелать вам огромных успехов в вашем нелегком труде. С праздником вас, дорогие коллеги!
честь профессионального праздника многих сотрудников отрасли в этот день наградили. За высокие достижения в труде, профессионализм и заслуги в социально-трудовой сфере лучшие работники получили почетные грамоты глав города и района, председателя районного совета депутатов. На сцену поднимались сотрудники управления социальной защиты населения, центра занятости, Чинлыкского психоневрологического диспансера, Лабинского комплексного центра социального обслуживания, Лабинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и других учреждений города и района. На празднике уделили внимание ветеранам. Ведущие по просьбе организаторов перечислили около 70 человек, посвятивших многие годы своей жизни непростой, но благородной профессии. Ветеранам, находящимся в зале, вручили цветы. И настоящей кульминацией вечера стало выступление хора социальных работников во главе с руководителем. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания «Лабан».